Что? Кого ты ищешь? В том и загвоздка. Не помню. Мон Дио, стоило остановиться после первой кружки сидра. В одном из пугал лежит коробка с блестками. Но в котором? Ты делаешь пугало? Думал, тут творят искусство. Это и есть искусство. На них огромный спрос. А у меня отлично получается их делать. Я королева пугал. Изготавливаю их по индивидуальным заказам. Хотите ковбоя, красавчика или графа Дракулу на охрану вашего огорода? Я даже сделала копию покойного мужа для одной женщины. Любой каприз. Габриэль сделает все. Зачем прятать блестки в пугале? Я хотела сделать пугало по особому заказу. Единорога пугало для одной милой девочки. Блестки мне в целое состояние обошлись. Я хотела их спрятать, но забыла, в каком из пугал они лежат. Может, я сумею их найти. Помню только голую женщину и дерево. А пугало как-то казалось над ними. Похоже, ты в хлам была. Что за намеки, юноша? Глаза меня не подводят. Голая женщина и дерево. Они приведут тебя к пугалу, если ты человек широких взглядов. Освещение какое-то неправильное. Настроение не то. Наконец-то я вернусь к своему призванию. Снова будет, как на музыкальном курсе. А я все твержу, что зима близко. Там на стене граффити, голая женщина и дерево. Пугало Габриэль должно быть где-то здесь.
Рядом с пугалом. А вот и блестки. Девчушка будет рада. Вот твои блестки, Габриэль. О, благодарю тебя, юноша. Вот, возьми за труды. Урожай погиб. Твое пугало плохо справилось с обязанностями. Рядом с ним было кресло для чтения. Кресло для чтения? Для этого пугало и предназначалось составить компанию. Большинство людей нынче так их и используют. Бывает же. Хочешь, сделаю пугало и для тебя? Давай. Оно тоже будет с блестками? Ну, хватит шутить. Я серьезно отношусь к работе. Возвращайся, буду ждать. Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.